Приветствую всех, уважаемые подписчики. Так, матч НХЛ на 20 февраля. Матч Чикаго Рейнджерс. Так, тотал 5,5 с кэфом 1,7. Так, у Рейнджерс будет отсутствовать в составе Шестеркин. Георгиев в основном будет основным вратарем, скорее всего, Лунквист его замещать. И с учетом последних матчей Рейнджерс, что-то мне не верится, что они могут что-то противопоставить Чикаго. И Чикаго, они между собой очень результативно играют, кстати говоря. С кэфом 5,5, а тут он 5,5, кэф 1,7, думаю, очень хороший коэффициент. По статике смотрел. Ну, голов 6 они минимум друг друга забивают, так что и по последним матчам тоже очень результативность идет хорошая у них. Поэтому считаю, что тотал 5,5 пробьют. Так, спасибо за внимание, всем удачи, подписывайтесь на канал. Всем всего доброго, до свидания.